41 человек погиб в результате взрыва на угольной шахте турецкой провинции Бартын. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Спасательная операция началась сразу после взрыва. Для экстренной помощи раненым была задействована авиация. Бригады спасателей работали всю ночь, пытаясь найти выживших среди завалов на глубине сотни метров. По данным министра внутренних дел Турции, взрыв произошел на глубине почти 300 метров. Всего же, по данным ведомства, в шахте могли находиться около 110 человек. Причины взрыва пока не установлены, начато расследование. Напомню, в 2014 году Турцию потряс сильнейший взрыв на шахте рядом с городом Сума. Жертвами трагедии тогда стали больше 300 человек. Авария на угольной шахте в Амасре унесла жизни 41 человека. ЧП будет всесторонне расследовано. Нашей первоочередной задачей было спасти рабочих, оказавшихся под землей.